Напоминаю, что победитель получает грант на доработку своего проекта в размере 60 тысяч рублей и особенное внимание со стороны нашего проекта. Уважаемые участники, я говорю от имени всего жюри. На нас очень серьезное впечатление произвели работы. Что прежде всего мы обратили внимание, что это серьезные проекты, имеющие практическую значимость, и все достойны реализации. Поэтому на нас легла такая нелегкая задача выбрать из 5 хороших проектов, выбрать лучший. И что мы можем сказать, на что мы хотим обратить? Нам очень приятно, что проекты все социально значимы, что чистый выбор, что культурный, что дом, хотел сказать, сад-огород, дом-двор-дороги, что проекты, связанные с культурой, и с электронной музыкой и так далее. Это все говорит о том, что наше общество потихоньку гуманизируется, и лучшие представители движутся в правильном направлении. Я хочу объявить, что, сказать, на второй этап вышли 2 проекта. Мы сейчас узнаем. Это проект «Дом, двор, дороги» и проект «Семейные фотографии». Мы посчитали, что эти проекты наиболее, так сказать, логично выстроены и социально значимы. Очень трудно было окончательное решение, и сейчас я попрошу Ольгу прочитать. Мы очень долго совещались. Действительно, было очень сложное решение, но мы решили, что первое место занимает проект «Дом, двор, дороги». Делают, знают, какие у них на это потребуются ресурсы. Мне очень понравилось, что они за 2 дня сделали рабочий прототип, и мне показалось, что установка задачи тоже правильная и способна сгенерировать какой-то весьма значимый культурный аутпут, но при этом, как мы правильно обсуждали во время нашего обсуждения, я не вижу автора здесь. Да, вот автор. Вот. Мне кажется, что вам очень важно сформулировать достаточно четкие гайдлайны для фотографов, чтобы фотографии были определенного качества, и также все писательные части тоже была определенного качества, и тогда у вас получится. Удачи! Спасибо большое! Мне очень понравился проект «Семейные фотографии». Я сам столкнулся с проблемой, что вот у меня лежат коробки фотографий от бабушек, моих родителей, моих уже там очень много, и ясно, что все это через пару поколений все это будет архивировано в мусорное ведро, и, конечно, хотелось бы составить хорошо структурированную историю своего семьи, сколько я смог. Мне кажется, что без такого проекта мне было бы тяжело. Я желаю большого успеха вашему проекту и тоже в какой-то мере готов его поддержать. Спасибо. Я могу сказать пару слов про дом и двор дороги. Да? То есть, обратите внимание на московский сервис, да, не знаю, может быть, его удастся запартнериться с создателями приложения, да, то есть, и посмотреть, нет ли там госзаказа на такой же сервис в том городе, который вы выберете, там несколько городов для реализации. Спасибо большое. Вы можете пропустить. Александр? А, ну да, я просто хотел добавить, что мы, собственно говоря, дом двор дороги выбрали с условием, что проект будет локализован на какой-то немножко конкретной. Потому что, с нашей точки зрения, общефедеральное, общефедеральное невозможно не потянуть. Да? А вот на конкретном городе на эффекте масштаба однотипных этих самых заявлений можно достичь хорошего результата.
Вот. Вообще, честно говоря, вот у меня достаточно скептическое отношение, в отличие от коллег, значит, раз что, надо сказать честно, по отношению ко всем проектам, да, потому что значит, есть некоторое увлечение, увлеченность технической стороной дела, вот, но нет понимания социальных движущих мотивов, почему люди будут это делать, почему люди будут сидеть на вашем сайте, почему они пойдут на этот сайт, а не на какой-то другой, какая энергия мотивации будет двигать людьми, это вот очень важно. И, может быть, циничное заявление, но дом двор дороги, вот я там вижу энергию раздражения, когда достало, когда надоело, когда задолбало. Ну, это может быть движущим мотивом. Вот. К сожалению, у нас очень много такой энергии в обществе, но, к счастью, она может приносить полезные эффекты. Отлично. Большое спасибо. Дорогие участники ТСКМК, мы уже с вами за эти два дня очень сжились, конечно. Совершенно не представляем, как мы вас тут всех бросим, куда-то уедем. Вот, нам, конечно, будет совершенно не все равно, куда дальше двинутся проекты. И мы так или иначе успели с кем-то поговорить, заработать чего-то поучаствовать. С кем-то просто уже очень серьезно все обговаривали. И мы очень надеемся, что и с помощью теплицы, и с помощью той какой-то, может быть, энергии поддержки, которую, я надеюсь, что вы получили сегодня здесь на тест-кемпе, вам удастся реализовать свои проекты. И они будут реализованы интересно и полезно для всех людей. Я с удовольствием вручаю вам эти дипломы, а еще каждому вручаю наш плакат, который сегодня и вчера наблюдали по теме, с тем, чтобы вы собрали на них подписи членов вашей команды и оставили себе на память. Можно здесь, можно с этой стороны. Ну, я думаю, что это будет напоминать вам об этом прекрасном мероприятии. Итак, награждается команда проекта «Чистые выборы». Этот диплом свидетельствует о вашем участии на тест-кемпе. Ваш проект прошел интернет-голосование и участвовал в тест-кемпе. Ваши идеи – результаты оригинального мышления и тяжелой командной работы. Мы поздравляем вас и желаем удачи. С особым чувством вручаю диплом команде проекта «Семейная сота». До последнего сама за вас болела, думаю, как и многие в этом зале. Спасибо. Команде проекта МЦМ, надеюсь, что этот тест-кэмп позволит вам развить свою идею и, ну, в принципе, покажет какие-то моменты в разработке. Мы тоже надеемся для вас, как минимум. И команде проекта Вики Клавс Монуменс, в этой команде я тоже принимала участие, и Алексей был фасилитатором, поэтому уж точно теплица этот проект не кинет. Ты наконец объедешь? Да, сейчас. Что уж тут объявлять, как говорится, когда объявлено было. Увы, победитель один или ура, победитель один, потому что всегда соревнования, марафон, фестиваль есть соревнования, если он такой предполагает. Мы надеемся, что победа в этом тест-кемпе придаст уверенность вам вашей деятельности и позволит действительно решить ту общественную задачу, на которую нацелен ваш проект. Спасибо большое. Да. Вам и этого. Спасибо всем большое. Но кроме этого, Алексей, да, мы хотели бы отметить просто тех людей, которые помогали авторам проекта, которые стоят сейчас перед вами и все эти два дня поддерживали их. Мы их благодарим за участие, за помощь в разработке приложения «Дом, двор, дороги», а также приложение «Центр электронной музыки» Юлию Крылову, которая успела поучаствовать в команде. Спасибо ей большое. Елену Чипу за помощь в разработке приложения «Центр электронной музыки», если она убежала. Сейчас будет. Все, сейчас. Ну, Александра Ермака за помощь в разработке приложения «Чистые выборы». Юлия Ступова за помощь в разработке «Чистые выборы». Алексей Белорукова за помощь в разработке «Михилавс Монумент». Спасибо. Я выбрала за участие в разработке приложения «Михилавс Монумент».